Никита, вон наш домик. Сейчас пойдем. Да. Здесь надо почистить, чтобы сюда подошли. Не. Так. О, нифига тут снега нападало. Папа тут все чистил. Никит, ну как, тебе нравится? Пойдет? А? Ну, валяйся, не хочу. Ну, друзья, хиропяева. Приехали мы в наше гнездо. Гнездо, да, Никита? Повернись. Никита, скажи привет. Привет. А, оставил дом открытым? Ну, сейчас проверим. Дом нам топили три дня. Проверим, тепло. Тепло или не тепло. Давай, заходи, бандит. Бандюк. Ага. Давай, заходи, залетай. Ой, здравствуйте. Никита. Мама. Здравствуйте. Вы приехали? Да. Ну, я бы не сказал, что прям так тут тепло. Да, сына? Я бы тоже не сказал, но ничего. Да? Сейчас. Чё ты? Опа-на! А где у нас градусник? А градусник. Чего ты стал так? А? Я просто хочу раздеться. Будем раздеваться дома? А мы с папой пока таскаем? О, денежка! Лежала на траве. Ага. Чё-то не шибко тепло. Поэтому сейчас будем печки сразу затапливать. Хотя вот родители топили 3 дня. Ну, не знаю. Ну, сами понимаете, когда дома не живешь, ну, духа вот этого нету и так далее. Сейчас мы затопим, Никитка, с собой печку, да? Будем печуру затапливать? Да. Печура. Подожди. Давай. Смотри, сначала мы наложим сюда, накладем. О, там еще угли, смотри. Еще угли. Ух ты, подожди. Баба Наташа нам угли. И дед Андрей нам зафигарили. Ну-ка, давай бумажку. Сейчас, смотри, ее надо рвать. На такие части. Мам, еще угли. Ну, хорошо. Вот так сминаем. Кладем туда подальше. Потом... Давай, это как печки надо. Папа, дай мне пару кусочков. Спасибо. Не запачкайся только. Спасибо. Так. Все остальное я, подожди. Сейчас будем зажигать с собой, чтобы ты знал, как печку, да, затапливать? Деревня, блин. Вот, так, смотри, что теперь делаем. Берем спичку. Иди, смотри, Никит, смотри. Берем спичку, смотри. И... Опа-на, и сюда ее подносим. Мне сейчас зажгем, подожди. Ну давай, а ты как зажжешь? У тебя перчатки. Смотри, видишь, огонь пошел? А обе снимай. Ну, давай. Попробуй зажечь. Нет, давай ты мне зажжешь, а я положу. Давай, клади туда. Давай. Просто кидай ее туда. Опа-на, красавчик. Все, закрываем. Она сгорела. Пошли вторую печку затапливать. Пошли, у нас же две. Давай, иди, курица. Мама, что ты там? Так, мама тут уже ходит. Так, друзья, на самом деле... О, тут прямо от печки тепло такое. Ух ты. Друзья, на самом деле, вот когда приезжаешь домой такой... Так, дома бардак. Вижу сразу. Да. Но не бардак, это тут... Все, вот края комната где? Холостяцкая вечеринка. Ладно, давайте раздеваемся и затапливаем. Давай, тепленький костюм одеваем. Носочки, бабушка. Мам, печку... Эту трубу открой, пожалуйста. Будет поздно уже. Так, ну ладно, вы нет, это... вот это желтое. Где желтое? Аккуратно. Вот мам. Там, свечка какая. Мам. А, это отсвечивается от этого, а. Вы довольны? Все, доехали? Живые? Да, нормально? Живые, все. Все, друзья, убираемся, короче, туда-сюда. Все, я пошел на улицу. Пойдемте со мной. Сейчас будем затапливать батину баню. А ты меня позови, пожалуйста, скоро покушать. Давай. А, надо привезти все с машины. Ну что, друзья. 3 часа дня. Темнеет уже у нас на севере.
Вот так вот снегу нападало. Я в прошлый раз приезжал, здесь все вычищал. Вот сейчас, смотрите, сколько нападало. Вот. Ну сколько это сантиметров? Сантиметров 25 смело. Ладно, идем затапливать баню. Батя у меня попался нам навстречу. Мы ехали из города, а он в город. Вот. Это. Он поехал за сестрой моей. Так что вот. Окей, так вот. Идем, в общем. Что-то морозеет, слушайте. Не должно морозеть. А у нас морозеет. Вот, кстати, лыжи лесовозные вот так поднял. Так. Так, вот баня, смотрите, как светится. Так, баня светится. Так, нам надо... Вот батя купил трактор. Как он называется, я уже забыл. Ага, трактор, тракторок. Снегоходик. А? Так, вот дрова. Сейчас берем. Так, вот воду. Вода. Так. Так. Сейчас набираем дров. Сейчас сразу затопим, сразу с водой решим вопросы. Сразу все это сделаем, и уже потом можно будет потихоньку. Как же круто в деревне, а? Приезжаешь, вот пока по дороге едешь, по дороге выручили мужика, ладно, потом расскажу. Такой случай, блин, есть же плохие люди, есть хорошие. Так, вот, смотрите, баньку открываем. Ух, тепло. Так, в общем, батя сказал баню топить. Так, что тут? В бане у нас 40 градусов. Друзья, в бане 40 градусов. Заслонку я открыл. Сейчас накидаю дров, но там вполне возможно, что угли у нас есть, нету. А, чем тут затапливать? Есть чем? Бумага какая-нибудь? Наверное, нет. Так, ну вот, вроде я затопил печку. Сейчас надо подождать, посмотреть, чтобы затопилось. Либо, нет, я ждать не буду, потому что я сейчас пойду воду набирать. Мне надо сюда воды наносить, сначала домой. Все. Смотрите, у бати от сейфа ручка, о! Слышите? Так, пошла жара. Такое вот окошко, видите? О, класс вообще. Так, друзья, смотрите, что у нас получается. Дымит труба. Так, теперь надо включить воду как-то. Ну, друзья, все, зашел домой на обед. Это буга была. Что не взяла? Ну, тут, не вообще... знаю, нету кушков. Нет, у меня это есть. Позаепатый, позаепатый, мамка. А, ночь на работу. Друзья, забыла хапугарыбку. Вот смотрите, у нас там кто сидит. Тру-лук, Никита. Тру-лук-тру-лук. Положи ручкой. Зачем? Потом вечером будем снимать, завтра. Все. Так, друзья, смотрите. Сейчас мы тут покушаем. У нас спартанское все. Все по-спартански. Блин, столько дел. Приезжаешь. Ну вот, я бы вот честно сказать, вот, ну, с женщиной вот очень-очень, ну, хлопотно. Сочельник, я вам скажу. Да как тут? Я ходил, дрова носил. Один. Дрова носил. Какой это парень? Я не жил здесь, я просто ходил. Все, давайте, приятного аппетита. У нас вот такой вот, как супчик называется? Никак. Обычный перловый супчик с телятиной. Вот почему хапуга, а не Аллочка. Ну что, друзья, собираю оборудование. Ну, это тарелка спутниковая. Вот, мы, короче, с хапужникой... Я сейчас поставлю камеру, подождите. Пушечки купили, она такая, тарелка, триколор. Все тут есть, короче, все, кабель. Сейчас надо в доме, там просверлено, надо просто в доска, которая
получается, обшивочная доска для дома, надо там это какого, ну, сделать дырку и все, отверстие, и будем устанавливать. Вчера мы, короче, уже не снимали, потому что очень хлопотных много дел было. Ну, сами понимаете, я и чистил, малому горку делал, Аллочка здесь по дому делал, сделала вот такой вот красивый уют в зале. Вот, половички мы купили эти вот. Вот такие вот у как бы этих местных жителей, да, ну, карелы, они по национальности, народности. И вот они плетут, это их национальные такие. Ну, это не только у карелов есть. Вот, значит, вот так вот, такую вот гирляндочку повесили мы. Ну, дома классно, дома картину повесила Аллочка. Я тарелку повесил, но мы вчера не смогли спутники поймать, не знаем, какие спутники. Там какой-то старый был, потом я сбегал к родителям, посмотрел, вроде такой же, но непонятно. Сейчас вот, значит, вон. Никита, помаши ручкой. Никита, помаши ручкой. Ай, чуть кружку не развернул. Вот Аллочка там ходит у нас, хапуженька наша. На улице где-то минус 6, очень хорошо. Поедем на рыбалку, я думаю, круто будет. Никит, что ты там делаешь? Ты будешь доедать за яичко свое? Нет, я хочу это. Все, убирать? Да, но я только не могу включить вот эту кнопочку. Подумай, почему ты не можешь включить? Как она работает вообще, ты знаешь? Вот так. Надо направлять на вон блок управления. Вон он, приемник. Вон, видишь, беленький на стене висит? Слева, вон там. Где розетка? Слева посмотри, на окно посмотри. Вон беленький, видишь, висит? Будь здоров. Ой, будь здоров. Вот это вот. Ниже. Вот это? Да. Направь и нажми. И увидишь разницу. Погоди. Нет, ты можешь сдалека, просто тебе надо на него направлять. Не-не-не, вот на блок управления надо. И нажимай сильно на кнопки прям. У тебя пальчик... О! Видишь? Нравится? Диджей, что ли? Ладно. Друзья, объясняю. Пока на сегодня задача это все самое. Снегоход приведем к действию, так сказать. Ой, мне сегодня такой ужасный сон снился, что я вот здесь вот поехал на снегоходе, врезался в забор, короче, у меня лыжа сломалась, и без лыжи я, короче, и все, и без лыжи не ездить, нельзя ездить, ничего. Так вот, немножко почистил. Какой-то трактор там работает. А так тишина, друзья, вообще. Ветер немножко был, снег с деревьев сыпало. Вот так вот наша яблонька. Вот, поколол дров, в общем, ну, дома очень тепло, хорошо. Пойдите, покажу, сделал горку малому. Горку малому сделал, почистил все. О, собаки уже тут написали. О, горка. Надеюсь, ему понравится. Будет гонять. Так что такие дела. Печки дымят. Мороза на улице, минус 7, нормально. Так, снегоход, да? Вот он такой весь. Сейчас почищу ходовку, потому что где-то что-то замерзло. Ну, это надо перед выездом, кто не знает. Ну, там, когда-то где-то ездил. Вот. И все, сядем с семьей втроем. Сани я подцеплю так чисто. Туда бур кину, да. Вот донышки у меня есть. Вот единственное, мы забыли опарыши. Ну, мы сейчас что-нибудь придумаем. Я бате давал опарыши. Он их, наверное, потерял, как обычно. Так, такие вот дела. Костюмчик у тебя. Вы на этом поедете? А?
А это-то и... А зачем? А где есть другой? Новый. А есть другой? А, хорошо. Зачем мы на снег ходим? Снег-то покатать. Да-да-да. Надо это, посмотреть, кто там. Я ж по льду приехал. Ага. Промерзло, блин. Не, железная, Компактика нет. Нет, а, нет, а, пласт, основание железное, а это на пластике. А, да, да. А чё? Ты думал, вообще железный? Нет. Кто-то ездит вообще без, ну, некоторые. А, что там с бензином? Скажу сейчас. Бензина хватит. Запускать? Да нет. Не, ну зачем запускать? Его она запустила и поехал. Так нельзя, чтобы свечи не кидала. Так, не кидай свечи. Он, наверное, не запустится. Там деньги. А? А, ключа нет. Где ключ? Тут что ли? Там деньги. Куда денется? А ты чё? Чё сегодня у тебя? Ничего, рыбу чё. Какую рыбу? Красную. А, это? Чё? А, опарыш я тебе давал. Не, ну, ты не помнишь, да, где, конечно. А ты куда? Ты куда не ложил, тебе давал. Ну, то есть... Все, без. Да, не, так опарыш есть у меня. А, есть? Да. Дашь мне чуть-чуть? Да. Я забыл. Есть мотыги, есть херы. Не, так бы, конечно, по Суповзарь мог бы съездить, ну далеко нафиг. Как продавщица подхожу, она мне дает мотыги. Ну что, мотыги какие-то конченые. Они да ничего не конченые, да. Я тряхнула баночку. Это нормально. Сейчас на лыжах протоптать кольцо и хочу вот эту горку раскатать с снегоходом кататься. Ага, я вам не пытался сделать. Полностью раскатать ее и как бы можно вам тут рядом. Че за так? Когда с тобой ходить, Саша любим. Ага. Андрюшка. Ой, как ты поехал, Андрюшка, Саша. Че там за трактор? Это чиститель. Ага. Так, что еще, что еще? Ну ладно, эту сварим, с трубы какой-нибудь, вон у меня его. Нет, да сварим. Там 6 секунд сварим. Вон мы сядем втроем, все и поедем. А, прямо сюда? А куда? Сквизно все равно. Меня, да, я. Надо как у вору увидел тросик, да? Какой? Тросик так сделал. А, эти? Да, да, это надо. Чтоб по нас. Ну, сами делают. Кидал, да. Коней, да, да. А то есть пружины. По нас тут сжигают махом. Но есть пружины, а пружины забывают их выламывать и в подвеску, короче. Ну, пружины такие, понял. Так вот набор. Здрасте. Покажи, расскажи это. Что-то у нас Николаевич приобрел, короче, какой-то гелик. Гелик, карельский гелик. Да, так, ну-ка. 340 АМ. А ну-ка расшифровай, как это? Ведущим передним мостом. А, так. Как бы воздушное охлаждение. Ага. Вал отбора мощности есть. Отличный трактор, по отзывам очень хороший. Очень ухоженный, но мы его немного... Дубанули. Дубанули? Да, как? Рассказывай.
короче, он стоял 4 года. Ага. Я как не специалист, человек его завел, сказал, что специалист. И в раздатке была вода, сломала что-то. Теперь его придется разбирать напополам. Вот такой. Как его это? Что будем делать с трактором? Копать. Копать солену? Копать, грести. А он как у него? Органы управления снутри? Как? Ну, органы управления, копалка этой твоей. Есть? Не, ну вот это передний привод, передние рычаги. Ага. Ну, отвал, то есть. Ну. А сзади надо распределитель купать. Ага. О, нифига, дуги тут. Да, это, ну это уже самоделка. Дуги сам. Крыша самоделка. Она была брезентовая. О, вообще. Нифига себе. Это. Как его? Что хотел? Ну, то есть... нормально. То есть трактор ухожен, есть и свои воды воду набираем, да? Так, что еще? Что ты хотел еще спросить? Вот, покажи старая баня. Я показывал. Внутри? Которой уже нет ничего внутри. Да, я видел. Блин, прикольное такое помещение. Ой, это изба. Че ты сразу так? Мы тебе новую срубим избу. Нет, а так у меня будет много. О, смотри. Вот мне на беседку такие. Это на... На беседку, да? На 19, да? Ну это вот деловая. Да какая деловая? Нет? Не, она хорошая, вот это хорошая. Ау! Пока. А, так. Ну так ага. Давай пробуй, залазь. Иди залазь. Не, не на ватрушке, давай так попробуй. Да куда ты на ватрушке, на горку-то не поместится, сын. Ну давай, попробуй. Только ты понимаешь, да, что она на горку не поместится, Никит? Так а как ты поедешь? Я тебе говорю, бесполезно. Тут надо на ледянку. Давай на попе прокатись сначала. Слышишь? Никита, ватрушку оставь, на попе прокатись сначала. Вот. Давай залазь. Ну чё, давай. Давай. Ну как? Давай, залазь. Давай, крейди. Давай, бегу. Так а где твоя ледянка? Я не знаю. Сапурка. На, иди. А чё? Давай, попробуй. Ну-ка. Ух ты! Буп-буп-буп-буп-буп-буп! Что можешь?
Ау! Ау, смотрю! Пап, ау. Смотри сейчас! Смотри! Ага! Ну, папа! Смотрю, смотрю, чего? Ух ты! Это вообще было по-мощному! Тебе норка-то понравилась? Берлога? Ау! Ну? Ну? Никит, смотри, сколько... Смотри. Тихо, тихо, тихо. Стой. Затаись. Затаись. А, тихо, иди сюда. Сюда иди. Смотри на дерево. Видишь, они прилетели. Нашу кормушку семечки грызть. Видишь, они прочухали, сын. Видишь, вон? Две или три? Нет, три. Сначала одна была, сейчас уже три. Видишь, они нас боятся немножко. Видишь, нас боятся. А вон они в кормушку ходят. Там для них лакомство. Пап, смотри. Пап, снимай там на камеру, я сейчас... О, точно, давай. Подожди, подожди, подожди. Давай. Давай, 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 время. Ой, застрял, что ли? Давай лапу. О, давай лапу. Вытащили. Вытащили застрявшего. А я? Ну-ка, давай, подожди, жди. Сейчас я полезу. Ну-ка, я лезу. Папа, погоди! Тихо, не трогай. Не-не-не, не трогай. Положи, где была. Не-не-не. Просто у меня же... О, так. Так, ну-ка. Никита, все, я полез. Ой-ой-ой, ёжик, зайчик, кажется, я застрял же. Лантини. Застрял я! Котик! Давай, зайчик! Зайчик, котик! Давай! Все! Давай, вставай! Спасибо, ты меня спас! Молодец! Молодец! Я? Так она сломается! Не-не, сломается сразу! Нет, так она сломается! Ну ладно, сейчас попробую! Смотрите, кормушку повесили вот такую. Я ее сделал еще в том доме. Папа. Вот, с Никиткой мы делали. И вот тут уже синички у нас наприлетали. Давай, эй, Никита, блин. Ой. Так, погоди. О. Кто, я, что ли, скатись с горки? Ой, ой. Я же сюда не вылазил уже. Ой. Как ты так ездишь? Страшно же. О. Не, я плохо еду. Давай ты. Давай ты. Я на попе. Пап, ты на воде, я на попе прокатись. Давай. Ой, думаю, какая-то машина едет. Это дядя Андрей, который тебе подарочек подарил. А Деда Морозина. Ну давай. Ну. Ну. Один, два, три, говори. Один, два, три. Чундрик, давай еще. Нет, а хочешь, я тебе прикол покажу? Хочешь? Прикол хочу. Так. Ну ты пока проедь, сейчас я тебе прикол покажу. Покажу. Покажу тебе прикол. Папа прыгает с моей горки! Да ты что? Все, давай, погнали! Так, иди прикол покажу. Садись! Садись! Ну-ка, давай! Ну-ка! Смотрите, всякие сани, ватрушки, вот. Никита, ты знаешь, в чем катаешься? На лопате.
Давай, давай. Давай. Он проснулся? А, не-не-не, кулью. Они боятся. Для них это, надо купить. А-а-а. О! Комок? Да. Давай, учись убирать. Давай, комок большой такой. Ой, сможешь? Да. Точно? Ну-ка, давай посмотрим, кашу ел, нет? Вот так, чисти. Чисти двор, молодец. Тихо, ты, бог, не надо. Сейчас наберется. Давай, поехали туда. Ой, упал что ли? Давай, пошли. Тренируйся. Его туда за сарай поехали. Давай. Вот. Работник. Туда, направо, направо. Вот, где вы с Полиной прятались тогда. Давай, работничек мой, давай. Угу. Давай, 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 давай. Ну-ка, вот, все, теперь лопату вверх поднимай. Вверх, смотри, вот так вот. Вверх. Видишь? Все. Все, можешь садиться. Выпендрюлина. Эй, дрищарик. Папа, я тебе покажу прикол. А теперь ты меня прокати. Ну-ка, давай. Я пищу. Ну, давай. Давай. Да? Ну, все, ладно, не надо. Давай. Папа, я хочу штангу поднять. Штангу? Ты так давай поднимай, она так тяжело. Давай. Нет, давай ты ляжешь вот так вот. Я буду поднимать. А где куда я лягу-то? Да на лопату. Так она не поднимется тогда. Да поднимется. Давай. Всё. Ого. Ничего себе, давай. Ну-ка подожди, стой. Ты как так можешь-то? Невозможно что-то делает. Ну-ка давай. Так, еще. Еще. Ух ты. А комок сюда большой тяжелый положи. А тяжелого нет, они все легкие, это снег. Ну давай, пап. Давай мы лопату уже уберем, ма. О, смотри, смотри, что делать. Ого. Это, сын, давай собираться.